Всем привет, друзья, кто нацепил на меня эту дурацкую лампу. И с вами опять Грифер Крипер, ха-ха-ха, и сегодня, да, я собрался еще раз потроллить того чувака, того самого, да, вы его помните. Ну и ладно, давайте это сделаем еще раз. Короче говоря, тот чувак самый, который очень такой смешной, которого я в прошлый раз взорвал. Ладно, ладно, давайте. Осторожно, визор розыгрыша не люблю. Вот тут находится мой секретный рычаг, видите, вообще не видно его. Ну, чуть-чуть видно. Ладно, активируем его, и вот здесь вот у нас оказывается вот, вот такой вот открытый сундук. Кстати, я же могу по магме ходить в этих ботинках, да, классно. Тут же у нас следоход. Но по визорозам ходить все равно не могу, ладно. Броню не коцают хотя бы. Короче говоря, тут есть у меня золото и алмазы, также куча динамита и огнива. А огнива я, так, как это называется, сделал типа это открытый замок, а не огниво, короче говоря. Секретное оружие мое, закрытый замок. Ну ладно, тут мы у нас... Давайте не будем лишний раз болтать и заберем наше золото. И для начала починим наш дом. Воу-воу-воу! Ты! Реально магия колена помогла. А может быть я поставлю тут землю, сделаю так же и будет алмаз? Ну ладно, надо протестировать. Но все же так неинтересно, намного интереснее что-нибудь грабануть. Так что давай. Я бы, конечно, хотел зачарованиями все это. А давай еще раз сделаем. Реально магия Коляна работает. Ну я Коляну еще спасибо скажу, ладно. И, кстати, броня Ноточа тоже хорошая. Ночь подарила, вообще не ломается. Да, и также она, короче говоря, безопасно по ней можно где угодно ходить. А не, ломается все-таки. Плохо Ночь сделал. Надо было сделать так, чтобы не ломался. Ну, короче говоря, сейчас я починю все это. И, наверное, уже пойдем что-нибудь грабить. Ладно, в общем, я починил, и давайте уже пойдем грабить. Кстати, да, я тут сделал такой командный блок, который призывает фаербол. Не знаю, какой мощности, но давайте протестируем прямо сейчас. Так он не толкается. Ладно, пускай для красоты тут стоит. Главное, чтобы его никто не столкнул на мой дом. А мы пока что пойдем. Ну и в общем, ребят, я полностью снарядился, чтобы гриферить. У меня даже есть такое оружие, смотрите. Оно стреляет вообще без перезарядки. Короче говоря, стреляет таким вот... как это называется, транквилизаторами со взрывом, а также обычными транквилизаторами. Тыщ. Кто там, крипер, получай тебе. Ха, никто не устоит перед таким оружием мощным. Ладно. И также у меня есть такая вот крутая штука, которая... эффективность. Которая бракованная, короче говоря, ребят. Она не ломает ничего быстро. Но все же вдруг повезет она что-нибудь. Ух ты, они ее все-таки ломают. Ладно, и побежали... грабить. Я знаю, где тут находится банк. Я вроде этот город изучал, короче говоря. И банк должен находиться именно вон там. Наберем блоков для запаса, не хочу тратить свое любимое золото. Ну и также, да. Вот смотрите, тут кактус растет, хотя тут снег находится. Ну, короче говоря, как-то так. И также я, наверное, наберу с собой резиновых патронов. Вот таких вот. Этих самых резиновых патронов мне очень нравятся. Вот, 16 штук мне хватит. Тыш. Хотя, ладно, хватит уже их тратить. Их у меня мало. Ну и также зайдем теперь в наш банк. Ух, как он защищен, но дверь открыта. Смешны такие. И здесь я знаю, где находится скрытая кнопка. Вот она. Сейчас мы ее кликнем. Открывайся, Вася. Я не понял. Да ну его сломаем. И дверь все сломаем. Так что сейчас мы пойдем сюда и посмотрим, что здесь есть. Оплата? Взорвись. Оплата? Взорвись. Ха. Да, надо бы еще огниво кинуть, у меня одно дно, чтобы все взорвалось. Ну ладно. Так, оружие, доспехи, инструменты. Это, что, ничего нет? Хорошо, ребята, мы попробуем здесь еще что-нибудь поискать, вдруг что-то найдется. Нету, даже еды нету. Да ну, видимо, это вообще не банк. Посмотрим еще, что здесь на втором этаже есть. Вдруг найдется что-то. И тут на втором этаже вообще не интересно, видимо. Да, ну ладно, пойдем в лифт сейчас, наверное. Хотя я и не знал, что это вовсе не банк. Ладно, давайте, ребят, поплывем отсюда. Правда, у меня ботинки Ноточа, они на невесомость зачарованы, но все равно от невесомости ранюсь, от высоты. Получай, крипер, чё? Не знал еще о моем волшебном оружии? И, видимо, это был вовсе не банк. Где же настоящий банк? Я не знаю, но сейчас мы и поищем. Банки я не нашел, но зато нашел кузницу, и, скорее всего, здесь можно будет что-то ограбить. Так, что здесь? Получается, здесь надо что-то положить, чтобы потом забрать. А, бракован. Я выжил, ребят, к счастью. Ну, короче говоря, надо будет как-то отсюда вылезать. И все, конечно, за собой подрывать. Да, ой. Зря я это сделал, ребят. Нет. Ну вот, ребята.
Я умер от динамита вредного. Ладно, попробуем сейчас поискать банк. Как я так смог, сам себя взорвал динамитом? Ну сейчас, ладно, я покушаю в реальной жизни, то есть в своем реальном сне, и продолжу быть в сне Майнкрафта. Так, ребят, я так и не придумал, как мне найти банк, но пока что подерусь с этим зомбаком. Ой, он меня в тупик загнал, но я все же его своей броней убил. Так, что здесь? Душ, душ, душ. Зачем так много писать? Плохой душ. Не работает. Ну ладно, я знаю, как мы найдем банк. Я слышал то, что... Ух ты, алмазный блок, ну куда я сейчас его залутаю? Ну и механизм бракованный. Ха-ха, я так и знал, что в этом городе не умеют делать нормальные ловушки. Ладно. Да, вот и это, что это за ловушка такая, скажите мне, ребята. Ха. Кстати, она раньше работала, теперь она не работает. Ну, короче говоря, ладно, я знаю, где банк находится, и я сейчас вам покажу, где. Короче говоря, я зашел в заброшенный магазин. Так, мы пока здесь все закроем. Но зато здесь есть вот такая вот штука, куда кидают деньги. И я попытаюсь залезть туда и проникнуть таким способом в банк. Ох, как же по этим трубам тяжело ходить. Ох. Ну вот, теперь еще до банка идти сколько. Ну ладно, я постараюсь дойти по ним. И все-таки захватить банк. Ой, куда это я? По трубам, по трубам. Я вижу то, что банк уже совсем скоро. Остались последние метры, и я спустился уже в само здание банка. О, кстати, а вы знали то, что этот банк, он принадлежит никому иному, как тому самому бизнесмену, как он себя любит называть? О, да, тут прикольно, конечно, сделали со светом. Круто, но все же... Я бы сделал лучше. Так что сейчас мы поищем, что здесь находится. Здесь секретный проход. В место, где ничего нету. Постой, ребята, где сокровища, которые мне надо ограбить? Ну просто жесть, ребят. Пришел за сокровищами, а тут ничего, кроме пустых сундуков. Не, я точно знаю, здесь должна быть где-то секретное место, но я просто не знаю где. Ах, ладно, ребят, у нас ничего не остается, кроме того, как прошептать магию Коляна. Магия Колян сработала! Здесь открылась новая секретная дверь. Ну-ка зайдем сюда, и что здесь? Это Эндер жемчуг. Это фейерверки. Такие вот новенькие, крутые за взрывом. Транквилизаторы, транквилизаторы. Золотые яблоки, ноточка, динамит даже. И какие-то маяки, алмазные блоки и сундуки. Но сундуки с НБТшками. Скорее всего, это что-то значит. Ладно, давайте сейчас мы заберем все эти шалкербоксы с собой. Выкинем немножечко, что мы выкинем. Мы выкинем вот эти штуки, короче говоря. Они нам уже не пригодятся, потому что у нас есть что-то покруче. Да, это круто, что мы нашли столько всего важного в этом банке и ограбили его. Ну, конечно, напоследок я его взорву, ребята. Сейчас заминирую. Так, ребят, я все заминировал и, наверное, не успею сбежать. Но я все-таки успел. Ух, ребята, это, конечно, был хороший взрыв такой, да. Обидно, наверное, тому бизнесмену, который все это строил. Но мы тут еще до конца все взорвем. Ага, да. Классно ему отомстили за то, что он мне воду разливал. Мы ему и дом взорвали, и банк взорвали, где он хранил все свои ценные предметы. Ну ладно, не будем тратить много огнива. Ой, то есть динамит, у меня его и так мало. И, наверное, поищем, как отсюда выбраться. Может, с помощью магии Коляна? Она мне понравилась, да. Ссылку на канал Азур Минус, этот Миримир оставит в описании. Так что подпишитесь на Азур Минус. Там я смотрю, Коля вообще в шоке. Такой крутой чувак. Мы бы с ним подружились и сняли видео вместе. Только надо хамач настроить. Ладно, давайте. Ой. Да, магия Коляна реально работает. Ну и сейчас мы, наверное, придем к себе домой, на базу, и посмотрим уже, как все это работает. Так что, кстати, это мой самый лучший арбалет ветеринара. Если вы не знаете, он очень хороший. Получай криперообразным крипер. Ха-ха-ха. Ну и ладно. Ой, я попал в ловушку, но мы из нее легко выберемся, конечно, потому что у меня есть блоки. И уже пойдем к себе домой и посмотрим, что находится в этих шалкер-боксах. Ну, короче говоря, я достал здесь отсюда те самые сундучки с НБТшками и посмотрю вообще, что это такое. Они крафтят, они ставятся прямо сразу с золотом, ребята. Это жесть, как круто, я такого еще никогда не видел. Какие великие гении команд это создают. И тут столько золота, что мне на черный день хватит. Главное, чтобы никто не нашел эту секретную базу мою. Да, тут в каждом сундуке полное золото, когда я просто ставлю эти НБТшки. Ну, короче говоря, да, это самое крутое, что я видел, сундук с НБТ. Эх, сколько ж я...
Наверное, интересно, сколько же я накопил там ресурсов в этом банке, пока все платили. Ладно, сейчас я поищу, пойду посмотрю. Наверняка я уже богач и... Ребят, мой банк, я же его не заприватил. Нет. Нет, нет. Кто это сделал? Чьих рук дело? Я узнаю. Убью. О, нет, ребята, я же этот банк столько строил. Тут же всюду мне приносят деньги. И я уже такой богатый был, тут столько шалкербоксов было. Главное, что он не нашел мою главную нычку, скорее всего. Не... Хотя нет, он ее тоже нашел. Да, вон там ничего нету. Ну вот, ребята, это, скорее всего, единственный человек в городе, который мог сделать такое злодеяние, это Грифер Крипер. Я его обязательно найду и отомщу ему. Как говорят, око за око, банк за банк. Правда, у него нету банка, он бомж и грифер, но все равно я ему отомщу. У него есть дом, я его взорву. Вот выберусь отсюда, взорву. Короче, ребят, знаете что, может мы уже закончим эту серию, а для начала я покажу вам вот что я создал. Крутой механизм, чтобы перемещаться в пространстве. Постой, ребят, а вы видели? Там кто-то идет. Ну здравствуй, грифер Крипер. Ха, ну здравствуй, неудачник-бизнесмен. Это ты взорвал мой банк? Ну конечно, моих рук дело. Так я и думал. Как говорил мой прапрапрадедушка, око за око, дом за дом. Не смей! Еще как посмею, еще как посмею. И ты меня не остановишь, Грифер Крипер. Сейчас я твоим уже фаерболом и взорву твой дом. Нет, нет, я его 30 секунд строил. Нет. Ты за это пожалеешь. И что, ты думал, на этом все закончится? Нет, все только начинается. Взять и арестовать его. Нет, нет, ты не посмеешь это сделать. О, простите, конечно, я это не хотел, в общем. Нет, 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 нет. Ребят, короче говоря, я протух. Меня засадили за решетку. Сказали на 10 лет за то, что гриферил. Даже на суд не повели какашки такие. Частная тюрьма какая-то. Здесь столько охранников, целых 5 штук. И вон там вот лестница есть, видимо, на выход. Но она обрывается. И мне сказали, что даже на улицу не дадут выйти. Ладно, тут даже окон нету, ребят. Отойди. Вон, видите, короче говоря. Но мне сказали, что я смогу отсюда выбраться, зная, что верстак можно поставить на изумрудный блок, кнопку на алмазный блок и воду на редстоуновый блок. Ну, короче говоря... И вон там я не смогу забраться, потому что лестница оборвалась, как вы знаете. И у меня есть вот такой вот стартовый ресурс. И зельеварка и кровать. Так что пишите, ребят, как я смогу выбраться из этой тюрьмы. Кстати, это конкурс для вас. Кто первый напишет, как обойти охрану, выйти из этой камеры и выйти наружу, тот и получит свой приз. А приз — это набор скинов. Ладно, ну, спасибо за внимание. Я, конечно, хорошо взорвал банк, но попал в тюрьму. Так что пишите обязательно в комментариях, как мне выбраться отсюда, имея вот этот лут. Ну ладно, спасибо за внимание и всем пока.